Какие новые законы вступят в силу с 1 апреля этого года? Традиционно именно в начале очередного квартала граждан ожидает изменений больше, чем в какой-либо другой период. Среди очередных основных – это изменения в области налогообложения, страхования, пенсионного обеспечения. Увеличатся выплаты некоторым пенсионерам. Речь идет о росте социальных пенсий за счет индексации. Благосостояние получателей улучшится на 6,1%. В налоговой сфере нововведения коснутся порядка информирования о налогах. Инспекторы вправе уведомлять плательщиков посредством электронной почты и СМС-сообщений о недоимке задолженности по налогам, штрафам и пеням. С 9 апреля все аттракционы, в том числе и те, что вводятся в эксплуатацию на временной основе, подлежат обязательной регистрации. Этой процедурой будут заниматься уполномоченные специалисты Гостехнадзора. Расширен перечень аттракционов, которые подлежат государственной регистрации. Помимо механизированных аттракционов, сюда включены иные виды аттракционов, включая всевозможные надувные аттракционы, батуты, горки, всевозможные водные аттракционы. Весь этот перечень аттракционов подлежит государственной регистрации, если они подпадают под три степени биомеханического воздействия. Это те виды аттракционов, которые мы с 9 апреля регистрируем.